Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день я публикую видео по танкам, и поверьте, всегда есть что посмотреть. Если хотите ничего не пропускать, видеть свежие новости, обзоры всего, что в игре происходит, ну а также анонсы и бонус-коды, подписывайтесь на канал и обязательно прожимайте на колокольчик. И сегодня, в воскресенье, появилась рулетка на Дефендеров, которую я ожидал увидеть в субботу, то бишь еще вчера, но вчера ее почему-то в магазин не завезли. В отношении рулетки не могу сказать, что я ждал данную рулетку по одной простой причине, потому что меня мало что интересует в этой рулетке, да и ценник на нее какой-то, ну, мне кажется, великоват. В отношении танков, которые вы можете получить из главной награды, а именно сертификат от Дефендеров, стоит отметить, что вы получите не только стандартных Дефендеров, про которые все мы знаем, но и некоторые машины, которые непонятно каким образом здесь появились, а именно семейство U5, ну и в том числе Черчилля W. Но если Черчилль W еще хоть как-то презентовался как Дефендер, хотя был наградой в Battle Pass, то вот эти три машины. Это отдельное семейство танков, почему разработчики сюда их добавили, я лично не понимаю. И согласитесь, будет очень обидно, если вы прокрутите рулетку до конца, потратите огромное количество золота, а в итоге получите себе, допустим, U5 Т-34, да даже если вы достанете себе ELS без семерку, то тоже не сильно обрадуетесь. В отношении стоимости рулетки. Стоимость рулетки действительно велика для наград, которые в ней лежат. 20 прокрутов обойдутся вам в 15 555 голды. Давайте еще раз вернемся к главным наградам и будем говорить откровенно. Скажите мне, пожалуйста, какие два танка, и напишите об этом в комментариях, действительно стоят того, чтобы заплатить за них 15 500 золота. В любом случае, каждая из этих машин стоит, ну, максимум 7 500. Итого получается 15. И то это с очень большой натяжкой. Поэтому, если вы будете крутить данную рулетку, и единственное, что вы достанете, это один только сертификат, и с него даже пускай получите себе восьмерку, то в любом случае вы не окупитесь. В рулетку положили 3 контейнера, собери их все, причем по одному разу они могут выпасть. Есть сертификат на песочную машину, есть, как мне кажется, уже никому не интересные контейнеры песочные, и есть 4 контейнера на Дефендера TSL-7. Машина интересная, прикольная, ее я бы советовал себе заиметь в будущем, если у вас еще этой тачки нет, но подождать, когда ее будут выставлять просто на продажу. Все остальное особой ценности здесь не имеет. Ну что, давайте будем крутить. Я буду крутить у себя на твинковом аккаунте, потому что из всех представленных машин у меня не хватает только Defender Chariotera, я имею в виду из семейства Defender'ов, и я за ним абсолютно не гоняюсь, потому что тачка, ну, в крайне интересная и вообще никакого отношения, кроме внешнего вида и названия, к Дефендерам не имеет. Те бронелисты, которые у нее поднимаются в случае, если вы их активируете, вообще не защищают вас от снарядов соперников, ну и, соответственно, удовольствия играть на этой машине вообще никакого нет. С таким же успехом можно играть просто на обычном Чариоттере. Для тех, кто не знает, я говорю про тачку, кстати, которой здесь нет. Которой здесь нет, я даже не обратил внимания, что Чариоттера сюда не засунули. А почему его здесь нет? Почему есть вот эти вот все товарищи? Почему есть Defender TSL-7 новый? Я бы еще понял, если бы его сюда не положили. Но при этом Чариоттера обошли стороной. Да, это, конечно, странно до безобразия, тогда эта рулетка уж тем более мне не интересна, потому что все остальные танки у меня, в принципе, в ангаре присутствуют на основном аккаунте, не считая Черчилля, но это тоже далеко не та тачка, за которой стоит гоняться. Идем дальше, смотрим, что будет по прокрутам. Пока ничего интересного, пока забираю в песочницу, забираю 5500 свободки. Ну вот 5000 свободки, в принципе, за ту сумму, за которую выпала эта свободка, это еще оправданная затрата голды. Для тех, кто прокачивает какие-то веточки, или тех, кто собирает свободку на слив этой свободки в соответствующем игровом событии. Ну а так, в целом, блин, пока не радует абсолютно. Ну давай хотя бы на Дефендера, я не знаю, контейнер какой-то, что ли. 590 золотом. Да. Удивили, конечно, разработчики тем, что Чариоттера не засунули в этот сертификат. Не знаю, почему, блин. Как это решение было принято, остается загадкой. Иксы. Ну, такое себе. Дорого, мне кажется. За 3x10 заплатить такую сумму, это очень дорого. Собери их все. Ну, хоть что-то интересненькое. Но давай. Талисман.
Ха, первый из семи. Даже рядом тысяча не находится, чтобы хотя бы косарь назад вернуть. Вот, ну наконец-то! Наконец-то стоящая награда. Открываем. Все, на этом веселье закончилось с одной из лучших наград в этой рулетке. Тысяча, следующий прокрут. И стоит, кстати, обратить внимание, что дойдя до тысячи, вы опять начинаете с более мелких сумм и опять поднимаетесь наверх на увеличение. Ну что, давайте посмотрим тогда, что ли, на шансы выпадения. На контейнер 15%, сертификат Defender'ов 0,22, то есть, грубо говоря, 0,25%. Что, честно говоря, не сильно радует. Сертификат в песочницу, не знаю, что он так ценится, прям 1% с копеечкой. Ну, маловато, маловато, прямо скажем. Давайте сделаем еще несколько прокрутов, сделаю прокрут на 1000, несколько дешманских прокрутов. И на этом, в принципе, буду бросать. Если голда какая-то останется в копилке, то пусть лучше она там будет для более толковой траты, нежели прокрут этой рулетки еще на несколько крутков. Забираем 350 золотом. Класс. Просто супер. 490 золотом. 6000. 6000, ребят, слил уже в эту рулетку, не забрал вообще ничего. Боже мой, какая прелесть. Анимированный аватар с Дефендером. Просто обалдеть можно. Так, что по ценникам? А по ценникам у нас... Ну, сделаю еще крутку на 640, чисто ради интереса. Заберу, скорее всего, сейчас обвесик какой-нибудь и на этом успокоюсь. Ну и все, Теслаган. На этом до свидания. Не буду дальше крутить рулетку, не вижу смысла. Я могу сделать еще максимум 2 прокрута. Да ладно, короче, только ради вас. Если лайкос поставите, буду благодарен. Сливаюсь, короче, ухожу до момента, когда уже все, привет, дальше крутить некуда. Точно последний прокрут голды не хватает, продавать что-то не вижу никакого смысла. 200 золотом. Рулетка говорит, слушай, а давай вообще полностью опустошим тебя. Но все равно не хватает, и слава богу, потому что все равно забрал бы, скорее всего, себе этот обвес, и на этом бы дело закончилось. Крутить рулетку или не крутить, безусловно, решать исключительно вам. И может быть, вам и повезет что-то из контейнеров достать. Мой прокрут привел к тому, что я слил практически 8000 золота и не получил ровным счетом ничего. Да и даже если бы получил я этот сертификат, дойдя до конца рулетки, как я уже сказал, это явно... Даже не в пределах окупаемости. Я уж молчу про то, чтобы в плюс выйти. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.